Полное описание и точка выхода 3-4 серии нового сериала ГДР. 3-4 серии сериала выйдут в эфир 27 февраля. В новых сериях мы увидим, как знакомый Нечаева, которому тот обязан за услугу в прошлом, просит вернуть долг. Убедить влюбленную дочь Лизу не уезжать в Америку с известным музыкантом Джеком Эвансом. Однако, встретившись с Лизой, капитан решает использовать эту пару и их любовь в других целях. Светлана выбивает себе разрешение слетать в Берлин, чтобы помириться с мужем, а команда Нечаева пытается избавиться от улик, связанных с убийством Майерса. Штази тем временем тоже интересуется Эвансом, а КГБ ищет способ подобраться к Майерсу-старшему, замминистра, связанному с ФРГ. На съемках фильма происходит несчастный случай. И курьер, за которым гонится Нечаев, пропадает вместе с приманкой. Капитан выходит на Карла Майерса, чтобы добыть архив, но встречает решительный отпор. Общение фотографа Нечаева с Ингрид привлекает внимание штази. Сама артистка, оказывается, тоже хранит множество секретов. Отряд КГБ придумывает план, чтобы убедить Майерса помочь в поисках архива. А тем временем немецкие террористы готовят покушение на высокопоставленного чиновника. 3-4 серии сериала выйдут в эфир 27 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.